Помимо хороших или плохих Windows, существуют версии, которые были сами по себе хороши, но из-за каких-то причин о них забыли, либо посчитали их плохими. И сегодня речь пойдет о недооцененных версиях Windows. Погнали! Windows 2000 считается одной из лучших в плане стабильности. Вышедшая в 2000 году, она рассчитывалась для рабочих станций и серверов и базировалась на ядре NT. Но из-за провала Windows ME ею пользовались и обычные юзеры. На пике своей популярности она была установлена на 50% всех компьютеров. Все вроде бы было хорошо, но релиз Windows XP, первой потребительской ОС на базе ядра NT, быстро забрал всю популярность себе. Многие даже называли 2000-ю винду недоделанной XP, хотя первая вовсе не предназначалась для обычных пользователей. И все же Windows 2000 еще долго использовалась для серверов и специализированных компьютеров, без каких-либо нареканий. Windows Vista имела проблемы на старте в виде багов, высоких требований и надоедливого контроля учетных записей, из-за чего сначала многие юзеры отказывались на нее переходить. На протяжении года после релиза Microsoft выпускали патчи, 2 сервис-пака и большинство ее проблем было исправлено. Кажись, вот, стабильная и актуальная система с красивым интерфейсом, но на ситуацию это никак не повлияло. Ведь о системе сложилось ну уж очень плохое мнение, и все относились к ней очень предвзято, что как по мне вообще не заслужено. Ну а последней каплей стал выход Windows 7, из-за чего Vista стала попросту ненужной и окончательно канула в лету. Windows 8.1 – это попытка Microsoft загладить вину за не совсем удачную восьмерку, где был странный и неудобный интерфейс. Тут вернули кнопку «Пуск», поправили кое-какие косяки, на которые больше всего жаловались, обновили и добавили новые функции и прочее. Но в принципе ситуацию это не улучшило, большинство и дальше сидели на семерке, а после релиза десятки многие перебрались на нее. Сложилась такая ситуация, что люди со старыми компьютерами сидели на семерке, а у кого были хорошие ПК, использовали десятку. И при таком раскладе 8.1 стала попросту никому не нужной, да и предвзятого мнения в ее адрес тоже было много. Благо для нее в 2020 году у Windows 7 закончилась поддержка, и многие юзеры перешли на 8.1, ведь ее срок поддержки тогда еще не сплыл, а по требованиям она не сильно отличалась. Вот и все. Напишите в комментариях, какие версии вы считаете недооцененными или наоборот переоцененными. Если вам нравится такой контент, то подписывайтесь и ставьте лайк. До новых встреч!